«Единая Россия» организует новые направления волонтерской помощи не только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на территории народных республик, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Партия открыла централизованный сбор денежных средств. Кроме того, начинается формирование волонтерских отрядов для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи, сказал Андрей Турчак.